Карантин, карантин. Пока одни в самоизоляции становятся блогерами, другие приводят в порядок дом, создают уют целыми днями. А для этого все средства хороши – дрели, перфораторы и молотки. Соседи, правда, рвение могут и не оценить, особенно если нарушено их законное право на тишину. Режим повышенной готовности изменил не только привычный образ жизни, но и соответствующий региональный закон. Закон о тишине изменился с 4 апреля. На время повышенной готовности введены более короткие сроки, когда можно проводить шумовые работы. В будние дни это с 9 до 11, в выходные дни с 10 до 11 утра, в будние дни с 5 вечера до 7 вечера и в субботу тоже с 5 вечера до 7 вечера. В воскресенье и праздничные дни шуметь по-прежнему запрещено. Региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан един для всех. Иными словами, у жителей новостроек поблажек нет. Работы лучше спланировать так, чтобы не мешать соседям. А вот на музыкантов в изоляции и энергичных детей он не распространяется. Игра на скрипке – это тоже может быть дискомфортно, смотря кто играет, но она относится скорее к хобби. Мы тоже понимаем, что хобби бывают разные. Ну и, конечно, хотелось бы попросить соседей проявлять уважение друг к другу и слушать музыку громко также только в те часы, которые не помешают соседям. А еще лучше пользоваться наушниками. Изменения, вызванные режимом повышенной готовности, затронули и взносы за капитальный ремонт. По поручению губернатора они были заморожены на 3 месяца. Мы эту строчку не увидим уже в квитанции за апрель, которая будет получена в мае, за май, который будет получен в июне, и за июнь, который мы увидим в июле. Потому что сейчас много жителей обращается в управление ЖКХ с вопросом, почему у меня в квитанции есть строчка капремонт, хотя пообещали, что ее не будет. Повторюсь, это строчка за март, а капитальный ремонт у нас отменен, взнос с апреля. Взносы за капремонт заморозят, а работы нет, за исключением тех, которые невозможно провести без контакта с жителями. Остальные же выполнят в плановом режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».